Основными темами стартовавшего в пятницу саммита «Большой семерки» стали проблемы экономического роста и борьба с терроризмом, которая стала особенно актуальной на фоне недавнего теракта в Манчестере. Лидеры стран G7 по инициативе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй подписали декларацию по борьбе с терроризмом и вооруженным экстремизмом. Как отметил глава итальянского правительства Паоло Джентилони, это сильный сигнал солидарности, дружбы и единства с Великобританией после манчестерского теракта. «Мы выведем борьбу с терроризмом на более высокий уровень, без устали, предотвращая, расследуя теракты, преследуя их исполнителей и тех, кто их поддерживает», говорится в тексте документа. Помимо этого, лидеры стран «Большой семерки» договорились выработать совместный подход к борьбе с иностранными наемниками. По данным Европола, более 5000 европейцев уехали на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне Исламского государства. Также было условлено совместно бороться с распространением экстремистской информации в интернете.